Один из главных символов страны взмыл над площадью революции. В год экологии поднимают флаг школьники-победители городского эко-конкурса. Впрочем, триколор в этот день везде. Флаги в руках у зрителей. Трехцветные ленточки в общей сложности 1500 штук. Волонтеры раздают прямо на площади. У многих они приколоты на груди, как символ гордости за страну. Флаг имеет огромное патриотическое значение. Благодаря ему передаются традиции и сохраняются традиции. И воспитывается молодое поколение на самых лучших традициях нашей истории. Российский триколор уважаем и узнаваем во всем мире. Под этим флагом наши соотечественники защищают территориальную целостность, независимость, суверенитет нашего государства. Под этим флагом наши люди показывают выдающие достижения экономики, науки, культуре, спорте. Бело-сине-красный флаг вот уже 26 лет. Символ независимости и визитная карточка России. В августе 91 года его подняли защитники Белого дома. В тот день российский триколор вновь обрел статус национального флага, сменив своего советского предшественника красный стяг. Спустя три года в 94-м был официально утвержден праздник – День государственного флага, который широко отмечается по всей стране. В Вологде торжества прошли сразу на двух площадях – революция и Федулова. Песни, творческие номера, поздравления и в каждом ноты патриотизма, искренней любви к родине и уважения к ее символам. Очень хорошие эмоции, праздничные. И наш флаг, он символизирует, да, свободу, совесть, честь. И как хочется и видеть гордость. Его гордость, да, за нашу страну. Гордость за свою страну, если честно, наверное, причастие к чему-то большому, великому. Стараемся воспитать в ребенке. То есть вот пришли сегодня, слушаем. Она очень довольна и очень нравится, интересно. Россия, Россия, сильна и красива. Песни о стране и городе вологодским исполнителям подпевают и зрители. А под зажигательное выступление дуэта «Балалайка» и «Микс» на площади Федулова танцуют малыши. Вологжане уверены, праздновать День флага нужно. Это патриотическое воспитание. Почему в других странах, когда звучит гимн и флаг поднимают, все сразу ставят? Я считаю, в нашей стране тоже так должно быть. Часовой концерт на площади Федулова прошел на ура. Зрители встречали и провожали каждого артиста аплодисментами. Вместе с вологжанами отметил праздник и мэр Вологды Андрей Травников. В этот замечательный летний день наша страна празднует государственный праздник, день российского флага, российского триколора. Я вас всех поздравляю. Давайте беречь символы нашего государства, давайте беречь нашу большую родину, наш любимый город. Давайте жить, чтобы достигать новых успехов и счастья. С праздником! Молодежь города встречала День флага патриотическим квестом, который организовал Горком 35. 30 команд по 5 человек стартовали на площади революции. В руках мобильные устройства, где появляются загадки. 4-километровый маршрут в центре города и 12 тематических станций. На каждой нужно вспомнить или узнать даты, факты из истории России и символов страны. Перерыл там целые тонны историй различных, там истории России, истории символов Российской Федерации. Ну, это прикольно, интересно, то есть и поразбираться в этом интересно, и посоздавать. Есть там, нужно просто там некоторые слова из гимна России есть, вот. И там нужно посчитать, сколько они встречаются, и это тоже какая-то дата знаменательная в истории государства. Ну, то есть вот оно все подвязано, то есть они будут, выполняя задания, еще и погружаться в историю. На площади Дрыгина нужно расшифровать значение цветов флага. После этого разгадать ребусы про русских богатырей. Все задания были выполнены к 9 вечера. В праздничной гонке быстрее всех к финишу пришли опытные участники – команда «Дети маршала Конева». Они стремились к победе особенно. Хотели сделать подарок 120-летию известного полководца, которое будет отмечаться в этом году. Впрочем, атмосфера единения царила в этот день на всех праздничных площадках. Праздник объединил порядка 2000 вологжан – патриотов своей страны. Мария Кудрякова, Алена Закатаева, Михаил Прищев, Михаил Протасов. События дня.